Смотрите, как все слажено. А может быть, это знак? Что? Большая тайна — это то, что мы работницы прачечной. Классно, не могу. Да то нет, конечно. Вот у нас есть мальчики. Вот их работа какая. Одежду пачкать. Но ведь можно же смотреть шире, слаженно заботиться, помогать друг другу. Ну, не знаю. А сердца ваши так молчат? Ничего смешного. То, что видят глаза, не имеет значения. То, что видит сердце, не знает условностей. Чего? Слушайте свое сердце. Делайте так, как подсказывает вам ваша интуиция. И вы все найдете правильный путь. Ну, ясно. Статусы свои ВКонтакте вспомнила. Все остальное скоро тоже вспомню. Ребята, вы слышите? Мне как будто куда-то надо бежать. Мало слушать, важно слышать. Пожалуйста, хватит. Я тоже слышу этот звук. Он словно капель бьет по моему карнизу юности. Вы что, из одной группы ВКонтакте? Кажется, я вспомнил. Я, мягко говоря, звезда. О, девочки, с ним все ясно. Пойдемте, не будем ему мешать. Что такое Родина? Вы спросите нас. Мы ответим с гордостью. Это наш Кузбасс. Рощи белоствольные и с углем пилас. Реки полноводные — это наш Кузбасс. А в тайге кормилицы молодой кедрач. Да грибы, да ягоды, лоси мчатся вскачь. И просторы вольные не охватит глаз. Нивы хлебородные — это наш Кузбасс. Но богатство главное — это земляки, друженики славные, все сибиряки. Уголь добывают, строят города, деток обучают, лечат нас всегда. Сталь в мартынах плавят, нет ее прочней. Рельсы там катают для России всей. А дороги наши — это как пример. Очень впечатленный сам хвалил премьер. Может, есть сторонка где-то и теплей, но Кузбасса славного в мире нет родней.